Левый. Да, это ты. Нет, Торнадо Гейм. Да, вот смотри, это первый его канал, это охуенный. А этот Майнкрафтер, это Майнкрафтер. Я не Майнкрафтер. Я ссылку Паша описа... Стингер Майнкрафтер. Да, Паша я Стингер. Я ссылку на него в указ оставлю, да? Подписывайтесь. Подписывайтесь. Так, да, подписывайтесь. Все блиц камеры к долбоёбам. Хорошие комментарии. Вот, добро пожаловать. Здрасте. Это Диджей Вульф. А Мэнта канал называется? Диджей Вульф. Да. Ахэн. Идём помогу, заброшу. Вот, уеблес. Вот что тут, это пиздец. Ну, полезли. Идем на заброшку. Поиграли баскет, оздоровились. Пешо, пешо, здоровье врубим нахуй. Ёбнемся откуда-то. Знаешь, он как Янукович, короче. Тут по пенькам, а этот по столбчикам. Пошли. А вам не странно кажется, что здесь вообще выломали, короче, это забор, не? Центр, ну похер. Гриша. Гриш, не лезь. Бондар. Ветер дует, наверное, мне плохо слышно, но ничего, сейчас зайдем в здание и будет получше. Бондар, слезай, пошли. Там дорога, пиздец. Капец, да. Подожди. Че, я захожу. Я захожу, все. Смотри. Гордый орел. А как ты слезешь? А как ты слезешь? Найс. Он прыгнет. Молодец. Что вообще это такое за здание? Все, будем ждать их ухода. А там уже подумаем, что тут за хрень. Серьезно, потому что... Ну, так надо. Что? Будем ждать. Это здание 9-этажное, оно было заброшено. Это какая-то хрень должна была быть, мы так и не поняли, что. В интернете информации нет, но... Вот тут чисто простой вход, и туда. Все, ждем Бондара. Бондар вон где-то, уже там, вот где-то там. Писюлька. Вот. Залезть сюда несложно, но иногда там полиция патрулирует. Все патрулирует и... И иногда она палит, залезает. Здесь два выхода. Один здесь, а второй там где-то вкопан. Сейчас я покажу. Вот. Вот этот. Этим выходить вообще не советую. Вообще, вот тем вот этим. То, что приезжает там, пиздец, можно запачкаться. Оно вам не надо. Все? А? Бомжи, бутылка сохраняет. Пошли. Поднимаемся вверх. О! Тут же здесь по-любому. Так, Бондар, все. Они тебя сожрут. Так, смотрите, здесь, короче, такое хрень между этажами. Ее нужно проходить. Вот зайдем на первый этаж, здесь, короче, пол ломкий в некоторых местах. Вот, например, как здесь, смотрите. Просто дырки. Вот пиздец. Смотрите, трэш-контент. О, можно упасть. Бляха, мне показалось, что за Бондаром какой-то чел и шел. Вот Бондар, они здесь живут. Бля. Бля. Не, ну, в принципе, это возможно. Но не всегда. Все. Мы поднимаемся по ступеньках. Я думаю, здесь нечего и снимать, ну... Так как вам интересно эти грёбаные ступеньки, серьезно? Поэтому я перерву видосики, уже включу, когда мы поднимемся на свою крышу. Ой, хочу вам показать лифтную шахту. Она такая далекая, я ебал здесь стоять еще. Вдруг обвалится, оно мне нахер надо. Поднялись мы по ступеньках и... Ходите на крышу, в чем бы нет, а? Пацаны еще наверх полезли? Или нет, ну нет, не идет. Вы туда лазили или туда, куда? Ого, кататься, пацаны. Это, короче, местная карусель. Я не знаю, или вам хорошо видно. Давайте я сниму. Карусель. Карусель. Куда еще мы лазили? Подождите. Оно сейчас обвалится, просто упадет. Это будет очень плохо, серьезно.
Поднимемся, конечно, сейчас сюда. Посмотрим, что там. Там, по-моему, тоже спускается. Но все равно. Куда твой брат лазит? Он где-то сказал, что на какую-то хрень залез. А нет, мобоёб. А, само! Само! Давай, давай, давай! Интересно, говорю, а Бондарь её не качал. Она сама. Пошли сядем где-то здесь, еще помонтируем немножко. Ну что, ну надо монтировать видео.